Смотрите, кто приехал домой. Привет. Привет. Мамочка. Позже. Привет, Кемаль. Смотрите, что он привозит. Всегда с кухни с газентепом. Эти лукум, фисташки эти, это микс. Здесь лесовой орех, миндаль. Тамам. Это миндаль в белом шоколаде. Очень вкусный. Это буне? Девиз. Зюнсуар я их туда сюда. Короче, это девиз, это грецкий орех внутри. С изюма, с винограда делают такую сладость, я не знаю, я ее не люблю. Смотрите, как они делают. Ну, они это кушают. Да, мама. Короче, фисташки такие привез. Смит, это булочки, прикиньте, с газентепа. Потом привез такие манюсенькие с фисташками, с газентепа, эти с творогом. Короче, пахлавы полно привез, что еще? Всякие выпечка, такой мед он купил. Вот такой мед натуральный, он очень много купил, но уже все разложили. Видите, сколько он сладостей. И много-много его сестры наготовили еды газентепа, потому что он не любит. Ну, кофе свое привез, чай, всякая фигня. Он распечатывает. Партизан Эдбах. Короче, это патижаны с мясом они делали такие. Кебаб, патижан кебаб. Патижан кебаб турецкий. Это, конечно, в жизни не попробую. Говорит, что потом сделает, то есть поставит, чтобы горячее, оно очень вкусное мясо. Это фигня. Смотрите, что он еще привез. Буне? Ищи кюфте. Кюфте. А в середине мяса, боже упаси, везде мясо. А в айнем это? Буне? Юне. Ха? Юго. Тамам. Это. А фитулсу пенистимиор. Алтын гүл yüzlü яны таңаны әмәгә рәксән. Башка? Бакшарки сивиор. Любит петь песни. Смотрите, он даже по-ихнему делает себе чай. Бугазентеп чай. Коншер русский. Вот мы шум русский. Кема. Он оттум. Дочка звонит. Столько он привез сладости, аракил. Кушать привез, потому что я не люблю это все мясо. Я кофе пью турецкий. Кемаль, бас бекле. Смотрите, сегодня вторник, какой у нас дождь. Но зато тепло. Вчера было жарко. Как сообщили? Где-то около часа. Представляете, в обед. Смотрите, как ночью. Какой у нас дождь. А телефон? Да, говорит, что сейчас в каждом доме будет дождь, и у меня на телефон падает. Ребят! Куда? Сиди там, я тебя не пущу сюда. Там Мария телефон сюда проблем. Говорит, иди снимай, какой там потоп. Мой Кемаль боится, молится и снега, и дождя. Вышли сегодня, какой день? Где этот? Вышли. Сегодня я как оделась. Кричит на меня, почему я так оделась. Спортивный такой стиль. А я это самое. Сегодня был как его дождь. Холодно, мараба.
был дождь, ну, в принципе, не холодно, но мы идем кушать. Дома я не хочу готовить. Он много очень еды привез со своей родины. Мясо, все мясо. А я хочу какой-то супчик вкусить. И он злится, что я в спортивном хожу. Мы вышли, смотрите, какие у нас трафики. То есть пробки, ругаются, не могут разъехаться. Видите, это, смотрите, вот где я рядом живу. Ой, черти что. Смотрите, что у нас творится. Не могут разъехаться, это ужас один. Видите? Смотрите, мои друзья. И ругаются, сейчас будут. Наверное, Кемаль злится на меня, что я спортивная. Ой, какой кеди, кеди. Кеди, этот кукурузу продает. Ирочка, помнишь, солнышко, как мы с тобой утром ходили? Он все время кукурузу продает. Я иду сюда. Это маска. Чего там сейчас драку будет делать? Это ужас. Представляете? Смотрите, мои друзья. Я чуть-чуть затемнила цвет. Видите, темнее. Ой, чуть не упал. Как вам? Ну, солнышко он светлее, но затемнело, потому что мне этот белый уже так бесит, надоел. Как это, ну, не нравится, не хочу никого обижать, мне надоело. Этот такой, знаете, более-менее. На два тона, ну, краска, конечно, другая была. Мельдик делим, сонра, идем, а я буду. Смотрите, везде пробки. У нас это еще первый только светлофор возле дома. Ирочка, ты знаешь, Оксана, где это? Вы у меня жили? Знаете, смотрите, черти, что творится. Мы идем, мою любимую, помнишь, Ирочка, столовую. Я хочу супчик свежий. Кто-то скажет, что, мои друзья, я не готовлю. Почему дома? Я сама себя одной не хочу. Кемаль с ребенком, они на штамп. Боже, смотрите, что творится. Они кушают свою эту турецкую еду. Как его? Да я не знаю, у них полно всякой фигни. Но я это не люблю. Он мне даже сегодня говорил, ты когда-нибудь полюбишь нашу турецкую еду? Говорю, если я мясо не ем, что мне теперь делать? У них острые блюда, вот. И у меня нету такое, чтобы была любимая еда. Хочу кушаю, хочу нет. А, и так пройтись хочу. Вот это кафе. Тоже можно покушать и сладости. Смотрите, какая. Тамам? Видите, мои друзья, что у нас здесь творится? Смотрите. Бекле, котя чинди. Где-то 7, наверное. Сейчас это убегает от меня. Видите, мои друзья, какие у нас движухи. А туда дальше я даже не иду. Мы идем в эту сторону. Мое любимое кафе, где этот куриный супчик. Я все время своих дорогих подружечек сюда хочу привезти. Блин. И не получается привезти. Видите, мои друзья? Что творится? Там вот второй теплоход. Короче, у нас дурдом. Час пик. Тепло, видите, люди раздеты, я уже кофту снимаю, жарко мне. Кому-то холодно, кому-то жарко. Чапать! Сзади меня снимает этот видео. Он сам удивляется, он мне говорит, что когда ты красивый, говорит, что там было никогда ничего не сравнивать. Чапать! Асян! Сен надо! Он не хочет кушать, только я хочу, потому что я по часам кушаю, 7 часов не позже. А он кушает, когда хочет. Ну, естественно, я занимаюсь спортом, мне нельзя. Идет гулять, понимаете, потому что он не любит, что я очень мало заказываю кушать. Вот, ну, он курить будет на улице, я сама покушаю супчик, потому что он будет кушать 8, 9, 10 часов вечера. И ему неприятно даже со мной ходить в ресторан, бо я заказываю еду, мои друзья, то, что я люблю.
А он такой, что смотрит мнение других, как будто тебя здесь знает. Ну, такой человек. Что ему стыдно, что я такую дешевую еду заказываю. Но я люблю супчик. И ничего с этим не поделаешь. Так, иду я заказывать себе супчик. Табук чорбавар? Ама. Видите, это возле дома такое кафе. Три вида супчиков есть. У них супы разнообразия очень нету. Здесь какое-то мясо. Табук чорба. Вот, даже есть фасоль, этот, как его, курица, видите, куриная еда. Но мои друзья, я это тоже не хочу. Я только один суп. И сейчас себе возьму, наверное, скорее вот этот салат. Видите, это, что моя дочь очень любит с тавридой. Это сладости не хочу, ничего не хочу, мои друзья. Не знаю, что я буду. Это, мои друзья, то, что я заказала себе куриный супчик. Мои хорошие, он очень вкусное, мясо там было полно, ну, не знаю, мелкое мясо такое, оно где-то 5 лир вот это, салат я не знаю, это свекла, мои друзья, и, естественно, хлеб серый буду мазать, и водичка, 12 лет, это я, мои друзья, я разделась, им очень жарко, людей тоже полно. Приятно всем птица, кто за столом меня тоже. Смотрите, Декле. Идем с Кемалем и не можем пройти. Представляете, я вышла, покушала. Здесь сладости, слава богу, уже не хочу. Может, потом захочу. Это самое, полно у нас очень народа. Вышли прогуляться, давно не были в этой стороне, где в Левен. Астория, блин. Обходим дорогу, бо это ужас один. Эта сторона к нам домой, можно и сюда объехать. Видите, Трамп отсюда видно. Видите, мои друзья, везде пробки. На той стороне пробки, здесь, а эти дорогущие дома, что продают. Как мы здесь пройдем? Смотрите, проходим мимо. Мандаринчики желтые и зеленые есть. Короче, вот наша улочка, мы просто чуть с другой стороны. Смотрите, как хорошо здесь. Надо туриар. Боже, видите, как интересно люди отдыхают. Везде полно. Смотрите, улочки. Мне самой интересно. Вот эту сторону я сюда не заворачивала. И все равно, смотрите, в закоулках какие-то цветочки, что-то продают, мои друзья, да? Интересно. Ха. Не туда зашли. Короче, смотрите, туда вниз, где мы были, посидушки такие, вот там маска мне достала. И мы пришли. Ахи чистый мёд. Говорит, так нельзя сидеть. Я покушала, не хочу ничего. Я их ничего не люблю. Кофе их не люблю. Чё мне? А, все мёд, чистый мёд. Чем чай, бан? Говорит, что нельзя ничего не заказывать. Так ты два чая, все Никита не чай. Чай или чупачкался. Короче, сидим, принесли нам чай. Не отек чай, это слабенький чай, прозрачный. Потому что я не люблю турецкий. Короче, что? Интересно, знаете, в таких вот местах посидеть. Людей очень много. Погулять вечером, мои друзья, здесь. Ну, просто с другой стороны нашей улочки. Отсюда даже Трамп видно, я сейчас покажу. Вот Трамп видно отсюда, видите, мои друзья. С другой стороны, здесь, смотрите, в любую улочку заходишь, и вот такое движение. Даже в эту, и чистенько. Я даже не ожидала туда вниз. Здесь очень сзади меня полно людей. Мне такой стульчик принесли высокий, не такой маленький. Я сама высокая еще стульчик принесла. Такой мы чай мне заказали светлый. Ну я и этот не хочу. А в Кемале черный чай. Сия. Короче. Не. Смотрите, вот близко здесь дорога, да? Даже видно мост, светлофоры, где мы пришли. Вот сидим в кафе. Вот что я заметила, здесь отель. Туркмен Гида. Отель, смотрите, видите, мои друзья, отель. Медие.
Медвежья улица, и это дешевый кемаль. Говорит, вот у кого нету денег, кто хочет, здесь можно номера снимать. Ну, всякие люди есть, если хотят увидеть Стамбул, не каждый себе может позволить, допустим, это дешевые отели, ну, чистенько. Я посмотрю потом, просто кемаль не зайдет. Я с кем-то зайду и посмотрю, или с девочками, ну вот, это очень близко возле дороги, мои друзья, центр. Мы спускаемся вниз чуть-чуть улочками, смотрите, здесь старые мебели продают. Боже, знаете, почем мы чай заплатили? Кемаль меня шокировал, говорит, по одной лире чай. Это, говорит, просто как бы в стороне, оно везде так стоит, просто у нас все на виду, полно людей, поэтому по 3 лиры. Как так может быть? 2 лиры за 2 чая заплатили. Куда мы идем? Недоел. А это мечеть ихняя сейчас. Смотрите, мы ходим, гуляем вот так за закоулками нашими. Ну, здесь жилые улочки, где дома, да, и мечеть здесь. Ну, но, видите, не так, как чуть-чуть от нас недалеко. Сейчас. Но все равно чисто. Здесь что-то, я не знаю, продают. А чисто листья есть, но все равно, мои друзья, что-то здесь, боже, пахлаву продают. Я здесь, честно говоря, по этой улочке впервые иду. И поэтому, ну, кемаль, говорит, дешево продают, чтобы люди ходили, выходили из дома, пили на улице. А мы идем гуляем улочками. И чистенько, смотрите. А смотрите, какая мечеть красивая, да? Внутри, как все чистенько, заборы. Видите, мои друзья? Блин, здесь машины. Я думала, мы пройдемся какой-то... какой-то улочкой. И это самое. И не будет машин. Посмотрите, куда пройти, блин. Сейчас отключусь, ползу как-нибудь, видите, что нету. А вы знаете, что он мне говорит, что здесь очень много, что идет все на кафе, вот эти оптовые, как их выпечка, эти, вот видите, средства для чистоли, вот это все здесь отсюда идет, поэтому здесь так дешево. Ну уже мы идем близко к нашей стороне, ничего пройтись интересно. Я спортивным ему это не нравится. Ну и что, мне легко, удобно. Сейчас идем на фрукты покупать. Даже не знаю, я только виноград буду, больше ничего не люблю, не хочу. Посмотрите, мои друзья, все, что хотите, у нас есть. Это туда вверх, к нам домой. Это работает до часу ночи. Помидоры, почем они? Вижу эти манюсенькие по 11 лир. Огурцы 3 лиры. Здесь дороже, конечно, потому что он работает. Фасоль 9 лир. Смотрите, перец раз. Кемаль мандарины хочет. Брокколи. А я не хочу. Это цветная капуста почем 7 лир. Брокколи почем 9. Короче. Это не знаю, что за фигня. Яблоки разные. Манго. Я уже не люблю манго. Клубнику тоже не хочу. Эти изюм, как их, инжир. Мне кто-то сказал, что там есть черви. Я их уже больше в жизни не попробую, наверное. Я вот черешню, мои друзья, когда-то, знаете, мне кто-то сказал лет 25 назад, что там есть черви. Я открыла, я увидела. С тех пор 25 лет я никогда в жизни не пробовала эту черешню, только вишню. Буйсюар. Буйсюар. Бугузе, йог, бузун экши, бу татлы. Аллах, кстати, пробуй, я чуть разманю. Буйсюар. Бросай это. Бугузе, бен буемек. Он мне берет, берет мне, смотрите, дамские пальчики. Она, конечно, они по 8 лет, это по 9. Это хочу. Этот, как его, по 7 лир гранат. Гузель, гузель. Кому хочу? А? Кому хочу, гузель. Гузель, бен буемек, буемушаки татлей.
меня все голодит. Бубнит. Бубнит. Этот я не люблю уже. Мандарины. Тамам? Тамам я тар. И асияк. Биртаны. Вот. А как я камеру выключу? Дай мне этот виноград в руку, смотрите. Он будет брать мандарины, наверное. Мандарины по 6 лет. Биртаны. Они никто не кушает вино. Сиях гудяль. Ятер, ятер, ятер. Эрбана. Ятер. Никто дома не кушает, только я лучше свежие куплю. Видите, я вот эти две еще могу кушать. Этот розовый, этот дамские пальчики, он кислый. Короче, все у нас есть, мои друзья. Цены истер. Тимай. Цены истер. А мандарины он покупает. Он все выбирает. Мне ничего не разрешает, потому что он говорит, что я покупаю все, что попало, и никогда не смотрю, как бы это... Какой она вид имеет, сколько денег стоит, я не знаю, мои друзья. Я всегда смотрю все лучшее. Зелени много, маркет очень большой. Ну, человек такой, что любит все сам, мне не доверяет. Обычно турки все такие, ну, на здоровье пусть все сам таскает. Вот смотрите, да, груши. Я взяла себе две штучки, я сказала мне две, потому что я их кушать не буду. Зачем мне их покупать? Допустим, они не кушают груши. А вот мы так дома, что они не едят то, что я люблю, я не ем то, что они любят. Но смотрите, допустим, я вот эти помидоры покупаю, две штучки, мне даже одну на неделю хватает. Я не их не всегда ем. Ну, если я суп, зачем эти мне помидоры? Да, я каши кушать тоже зачем. Но это самое. Но все время, смотрите, 5 груш купил. Они никто не будет кушать. Я говорю, они спортятся. Или персики. Я говорю, я их кушать не буду, но он покупает. У вас тоже так мужчины делают, что... Ну, зачем, смотрите, столько набирать? Если это все рядом, здесь всего полно, можно хоть когда купить. Смотрите, это ночной маркет. Здесь всего полно. И все свежее. Ну, здесь он круглосуточно, можно сказать, работает. Оливки свежие, молоко разное. Ну, все есть здесь. Грибут, соки. Так, куда это девался? Короче, это возле нас этот маркет, чистоли, чаи. Ну, я чаи обычно уже на травах пью, даже эти не пью. Каких? Я себе, знаете, что тмин купила. Я вот что люблю, то по чистолям. Я, не знаю, я найду, не люблю много денег тратить. Я все по чистолям. Орешкам полно, потому что я люблю убирать. Бьянка Бурдавар? Неолду. Кто-то поставил нам этот в корзину другой, как его, другие груши. Там? Бьянка, вар? Видите? Короче, мои друзья, и так что я вам хочу сказать. Я на еду никогда не трачу много денег. Он даже, когда я одна, он мне все время говорит, что почему ты, ну, по карте же видит, что я не покупаю, я косметику лучше куплю. Ну, я мало очень кушаю, мои друзья. Видите, поставил бы на кассе, какой он совестный, отнес эти груши. Буким, Армуд. А? Говорит, что другого мужчины, он поставил ему в корзину. Эти рулеты, боже, сколько я их перекушала. Видите, есть они дороже. Честно вам скажу, вот это в маркете у нас на лиру дешевле. В шоке. Но это ночное всегда дороже, как у меня ночное заведение всегда было дороже. А? Башка. Башка из Тамиор.